Ну вот просто и представьте себя гладиатором, которому сейчас предстоит здесь сдохнуть. Какой-нибудь льва. Здесь полные трибуны, кричат, хотят видеть вашу смерть. Чтобы увидеть настоящий африканский римский колизей, мы отправляемся в город Эль-Джем, минуя крупные прибрежные города Габес и Сфакс. Эль-Джем город получил свое название лишь в колониальную эпоху, а до того был известен как Тиздр. Построен в 46 году до нашей эры и являлся одним из самых значимых римских городов Северной Африки. И именно здесь, в 3 веке уже нашей эры, был построен уникальный амфитеатр вместимостью 30 тысяч человек. Туда мы и направляемся. Как нам рассказали, что этот колизей меньше римского, но сохранился гораздо лучше. Ну, в общем-то, скажу я вам, что и современные стадионы по такому же принципу, в общем-то, построены.
просто представьте себя гладиатором, которому сейчас предстоит здесь сдохнуть. Какой-нибудь льва. Здесь полные трибуны, кричат, хотят видеть вашу смерть. Местный охранник нам подсказал, что здесь можно в какое-то подземелье уйти. Сейчас попробуем, посмотрим, что там. Надеюсь, призраки погибших гладиаторов нам там мстить не станут. А, я думал, тут что-то побольше. Ого! Да, здесь можно было споткнуться. А, здесь выход еще один. Пойдем? Туда пойдем? Да. Туда, я так понял. Да, это на выход, думаю. А, здесь вот, видите, говорят, были животные. И здесь, скорее всего, эта сетка не была накрыта. И кто сюда падал, попадал ко львам. Или, может быть, их отсюда выпускали. Здесь они, я так подозреваю, жили. А здесь тоже какое-то подземелье. В общем, веселые времена были, я вам скажу. Да, вот только что мы там были, наверху. А здесь вход на трибуны. Я так понимаю, какое-то подтрибунное помещение. Клетки. Вот, наверное, да, лестница наверх. Помните, в начале своей поездки я говорил о том, что главная мечеть Кайруана построена из обломков этого амфитеатра. Представляете, да, они все, горожане сюда по этому проходу заходили и на трибуны. Вот он, почетный, почтенный горожанин, пришел посмотреть на смертоубийство. Футбол вас танк. Кто? Футбол вас танк у нас. Футбол? Так и закончился наш двухдневный супернасыщенный трип. Возвращаемся через СУЗ в Хамамет.